Чеботарев сегодня приехал, очень важное усиление для Индианы. И тут же у нас атака. Номером 22 сегодня играет Александр Аверин. И номер 27 это Юрий Марголин. И второй подбор. Спиной кольцу. Здорово сейчас зашел под кольцо, но бросок его оказался неточным. Пока предпочтительный Атланта смотрит. Отрывом это назвать нельзя, просто Цицелев стоял там под кольцом один, одинешенек, и передачу эту получил. Вот атака из угла от Индианы. От Индиана, 22 номер, отличается Александр Аверин. Чеботарев очень быстрый сейчас под кольцо. Шаперо на дриблинге. Передача в угол и забивает. Команды в основном в позиционном нападении стараются атаки свои разыгрывать. Ну, очень жарко, конечно, в зале Марголин. Шикарный пас просто у нас на паркете. Иван Стюф. Треха Чеботарева не точно. И тут же нервничают баскетболисты Индианы сейчас. Очень неудачный бросок от 11 номера сейчас был. Но далее исправились баскетболисты из Индианы. Забили они. О, вновь отличную передачу туда загружает. По третьим номерам сейчас в составе Индианы вышел. Очень хорошо каты сегодня играет Индиана. Получается у них эти врывания под кольцо. Индиана пока за счет индивидуального мастерства. На дужке кольца коснулся и потеря. И Стюф вновь здорово разворачивается, забивает Яны. Александр Аверин это был, не попал. Демченко какой пас отдает на Хафизова. И тот у 27-го номера Индианы. Чеба треху и вновь точный блокшот ставит. И вновь раннее нападение от Индианы. Получится ли на сей раз? Сразу бросить, промазал. А в ответной атаке мажет и Индиана. На встречных курсах сейчас игра. Лав Индиана против Атланты. Атланта Хоук за счет быстрой игры, быстрого нападения забрала себе преимущество в этой встрече. Мяч со средней Александр Аверин. Чеботарев проходит скидку хорошую на Целева, отдает. И тот уже на сей раз неточная атака. Но опять же, Индиана не успела возвратиться. Чеботарев достаточно неплохой бросок нашел. Треха от Аверина. Александр мажет. Чеботарев. Артем под кольцо идет. Вот за одним. Не чувствует пока он в защите сопротивления. Сергей сейчас наконец. Возможно, это попадание сейчас Николая придаст его команде уверенности. Феба отвечает своим. Топеро под кольцо. Хорошо в защите Стюф. И вновь раннее нападение Индианы. Чеба на Демченко. Индиана проигрывает 18 очков. В атаке сейчас Пейсерс. Роман. Хафизов вновь прекрасной передачей находит. Но Ренат что-то не уверен сегодня, как себя чувствует. Можно было сейчас ему... По средней дистанции атакует Атланта. И вновь не точно. Чеба, шикарный парень. В принципе, неплохие атаки себе придумывает. Мяч двигается хорошо, но процент реализации, конечно, просто отвратительный. Сейчас из-под кольца не смог. Вот сейчас быстро надо отрываться Индиане. Преимущество у них. Марголин отличную передачу отдает. Из 16 у Индианы. И быстрые атаки до этого у них две получились неплохие. Может быть, за счет этого как раз получится сейчас в игру вернуться. 59 номер Индианы.
Виталий Цуканов появляются. Ой-ой-ой, еще. Нужна сейчас результативная атака. И вот тебе и результативная атака. Перехват от Павлова и 2 очка. Вот здесь свободные трех из угла. И вновь мажет Индиана. И вновь быстрый отрыв убегает. Целью. Совершенно. Все пропускают в отрывах, либо в раннем нападении. Чеботарев пытался здесь полы найти. Вновь Марголин. Сергеева на дуге оставили одного. И наконец-то забиванта. Чеботарев. Его треха. Ой-ой-ой-ой-ой. 4 из 9 трехи. Шикарный матч Артем сегодня проводит. И сейчас один совсем в отрыв убежит. И забивает. Вновь. Ну как же так? Такая небрежная игра в такой важный момент. Индиана вновь мяч теряет. Чеба. Остатку Индиана в таком состоянии отыграла у этой Атланты. Я уже, честно говоря, не верю. Бросок сейчас Аверин. Расстроены сейчас многие игроки Индианы. Вот Сергеев сейчас здорово на перехвате. Николай. Легкие 2 очка. Чеботарев останавливается шикарно. Данные игры защитники Индианы на ногах никак с Чеботаревым справиться не могут. И вновь отрыв пропускает Индиана. Демченко близко было, но нет. Если бы сейчас забил, это, конечно, была бы прямо красота. Быстрая атака Индианы. Афизов. Хороший пас на Демченко задумывал, но не прошла эта передача. И в отрыве Индиана Аверин забивает гол. Но забить не сумел. Целев забирает подбор и вновь Атланта улетает. Просто не сказать, что прям очень быстро Атланта. Это, конечно, удручающий факт для поклонников Пейсерс. Чеботарев вновь. Кольцо пустое перед ним и Артем. И опять попытка быстрый отрыв убежать, но на сей раз пресекается она третьим номером Индианы.